Похоже, у меня был сбой на трансляции, извините. Не углядел этот момент. Но продолжаю трансляцию. В Новосибирске сегодня не только дождик закончился, выборы продолжаются. Прошел, почти не состоялся. Была попытка начать митинг в Первомайском сквере, но силы полиции пытались противодействовать ему. Люди собрались шествием, как они и планировали, к красному факелу. Полицейские тоже пытались опять противодействовать, но небольшим количеством. Затем полиция оставила попытки сдерживания людей. Здесь собралось несколько сотен, может, больше тысячи наверняка. Автомобилисты поддерживают толпу. Я сейчас перешел на ручное удержание камеры, чтобы можно было подзарядиться от батарейки. Итак, шествие началось от Первомайского сквера к красному факелу по улице Ленина. Затем возле кинотеатра «Победа» шествие развернулось и отправилось к центральному рынку, на улицу Мичурина, к центральному РОВД, поскольку в центральном РОВД находится, предположительно, Сергей Бойко, лидер местной организации сторонников Навального. Он на днях объявил, что он собирается баллотироваться кандидатом в мэры Новосибирска. Это такая промо-акция, смотрите, какая, блин, рекламная акция ему организовалась. Его задержали, вероятно, потому что он был одним из организаторов, как считают власти, несанкционированного митинга. Организаторы же полагают, что их митинг и шествие не противоречат законодательству, в частности, 31 статье Конституции. Лозунги разные, чаще всего скандируют «Путин вор», извините, я просто цитирую, «Путин вор», что-нибудь про пенсии. И когда полиция пытается производить какие-то силовые действия, люди скандируют «позор» так громко, что не слышно, о чем говорит полицейский мегафон. Итак, мы идем на улицу Мичурина, к центральному рынку. Шествие новосибирцев. Хотели против пенсионной реформы, а вообще получается оппозиционное шествие, довольно мощное. Я не припомню в последние годы в Новосибирске, чтобы так было. В основном молодежь, но есть люди старшего возраста. Некоторые пришли с детьми, что удивительно. Ведется трансляция многими. Несколько флагов России, один флаг Новосибирской области. Так, пошли вперед, посмотрим, кто там в голове. Ой. Смешно, ребята, я опять не в ту камеру говорил. Уж извините на ходу. Итак, повторю снова, коротко. В Новосибирске. В Новосибирске проходит шествие граждан, собравшихся первоначально в Первомайском сквере. Затем они пошли шествием к красному факелу, затем возле кинотеатра «Победа» на улице Ленина развернулись и отправились к центральному РОВД, где, похоже, задержанный Сергей Бойко. Он хотел, один из организаторов сегодняшней акции, но акция приняла уже не тот характер, который предполагалось. И кроме противопенсионных, против реформы пенсии, еще идут лозунги уже противоправительственные. Самый популярный и громкий среди них цитируется «Путин вор». Так, выше к улице Фрунзе собралось несколько сотен человек, по моей оценке заметно больше тысячи. Но трудно точно оценить, но сейчас колонна растянулась от Фрунзе и до площади Ленина. Участников приветствуют автомобили. Путин вор! 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 Так. Ой, извиняйте. Работки на
Мы вышли к улице Фрунзе. Участники шествия сопровождают правила. Участники шествия не нарушают правила дорожного движения. Извините. Насколько возможно, я попытаюсь показать, сколько людей. Я могу узнать, вы уже на пенсии или да, нет? Да. А почему пришли сюда вроде бы? А против? Потому что есть дети, внуки, все там братья, все родные, вся наша Россия. 146 миллионов, 141 миллион. Было 118 миллионов русских, осталось 111. Помирает каждый год по миллиону. Почему вы с флагом? Флаг взял, красных нету. Я бы, конечно, взял красный. Ну, пускай раз. Понятно. Я не должен оскорблять. Пусть это тут белый, синий, как. Но этот флаг был брошен. 24 июня, День Победы, был брошен куда-то, к подножию мавзолея. Власов. Ладно, ладно, ясно, понятно. А я бы с красным. А вы не сторонник Навального? Нет. А почему вы здесь? А при чем тут Навальный? Да нам пофиг. Ясно. Нам Навальный, мы против Путина, блядь, его банды. Навальный — это кореш его. Понятно. Как видите, здесь не только сторонники Навального, но и даже его противники. Жулики и воры, 5 минут на сборы. Так, шествие продолжается. Я так думаю, они дойдут до улицы Гоголя и затем отправятся к центральному РВД. Полицейские пытаются управлять. Ну, наверное, если они содержат, безопасность обеспечивают, это, наверное, правильно. Участники шествия не нарушают правила дорожного движения. Пойдем в голову. В начало колонны, потому что если какие-то действия по противодействию, если власти, полиция надумает противодействовать шествию, то скорее всего это будет именно в голове колонны. Но кажется, полицейские не были готовы к такому повороту событий. Либо сегодня все полицейские на участках. Сегодня на каждом участке в избирательном проходят новосибирские выборы губернатора. На каждом участке находятся полицейские. Но вот интересно людей поспрашивать, ходили они на выборы или нет. Здравствуйте, вы сегодня ходили на выборы? Да, кстати. И даже за кого проголосовали, могу узнать? И можно не говорить? Нет. Не скажете, да? За кого? За Кубанова. За Кубанова, понятно. Он хотя бы говорит нормально. Вы ходили на выборы, да? Конечно, я ходил. Ясно, ясно. Ясно. Извините, а вы сегодня ходили на выборы? Нет, но планирую пойти. Планируете пойти. Знаете за кого, да? За любого кандидата, кроме Травникова. Ясно. Могу узнать, вы сегодня были на выборах? Конечно. Сходили, да? Понятно. Да. Против воров голосовали. Против воров? А кто, да. А кто там вор? Единая Россия. Она в партии. Единственная есть партия воров. Понял вас? Скажите, а вы были на выборах сегодня? Нет, ни в коем случае. Почему? А я послал их нахрен всех. Ой, извините, я в эфире, в прямом. Тут не надо сильно ругаться. Здравствуйте, извините, пожалуйста, вы были сегодня на выборах? Я буду еще голосовать. Нет, я буду. Вы проголосовали или нет? Я не понял. Нет, еще. Пойдете? Пойду.
Решили за кого голосовать? Не скажу. Я не спрашиваю, вы одного уже решили? Ну, конечно. Да, понятно, спасибо. Путин вор! Путин вор! Путин вор! Извините, я могу узнать, выходили сегодня на выборы? Нет. Нет? Собираетесь? Да нет, я просто готовлюсь. Выпил бокал вина, чтобы продлить свое здоровье, дожить до пенсии. Понятно, спасибо. Здравствуйте, извините, могу спросить, какое у вас впечатление от этого? Женщина с мальчиком, похоже, шокированы. Да вообще охуели. Мальчик такой, блин, я тут... Скажите, пожалуйста, вы ходили на выборы сегодня? Нет. Пойдете? Нет. Спасибо. Извините, а вы ходили сегодня на выборы? Да, конечно. Почему? Путин враг России! Ну, неважно, сходили, ладно. Путин враг России! 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 Уже показывают, это Ханов Тимур в Фейсбуке, в постоянно прямой трансляции. Привет, привет. А вот и пресса. Вы давно здесь, Илья? Привет. С площади Ленина. С площади Ленина. Я всех спрашиваю, выходили сегодня на выборы? Нет, пока еще. Собираешься? Думаю. Понятно. Хороший ответ. Корректный. Думаю, всегда полезно. Так что-нибудь, ты припомнишь, что-нибудь подобное в Новосибирске бывало, чтобы такие шествия? Такое первый раз, по-моему. Какие-то были небольшие гуляния, кажется, в прошлом году, если не ошибаюсь, за которые там наказывали гуляния с шариками, с красными. Да-да, тут не сравнишь. Да, ну там было... Десятка, может быть, там сколько там, немного там человек, там, несколько десятков. Что колонна какая-то очень большая. Сейчас сколько людей, как ты оцениваешь? Ой, не знаю. Я когда. Ну, несколько сотен. Ну, может, даже. Ну нет, не буду врать, как бы, не знаю, но очень сильно растянулась. Она вот почти по всему Красному проспекту сейчас идет. Вот, ясно, спасибо. Вы ведете трансляцию себе? Ну, у нас работают люди какие-то. Да, кто не знает, это Илья Калинин, НГС. Вот. У нас какие-то люди работают, возможно, идут трансляцию. Ладно. Я так фотографирую. Можешь им передать, что у меня все в прямом эфире. Да, Илья Калинин в прямом эфире. Верните наши деньги! Путин вор! Здравствуйте! Почему у вас с флагом? Путин вор! Я взял его, когда раздавали. А кто раздавал? Скорее всего, сторонники штаба Навального. А где они раздавали флаги? На Первомайском сквере. Вы специально пришли для этого, да? Я специально пришел на митинг против пенсионной реформы. Ясно. Вы на выборы ходили? На какие? На сегодняшнюю. Нет. Планируете? Там выборов нет. То есть вы не пойдете? Не пойду. Понятно. Что вы говорите? У нас выборов нету. А что у нас происходит, если не выборы? Бардак происходит. Это разве выборы? Ну я. Это имитация. Выбора нету. Понятно. Спасибо за ваше мнение. Растянулась колонна. Давайте пройдем навстречу. Люди в основном, как видите, молодые, но не только. Хватит нас грабить! И даже малыши здесь. Почему вы пришли сюда с детьми? Потому что это их тоже касается. Потому что их тоже это касается? Да, грабят-то всех. А, вы против пенсионной реформы? Вы планировали, как вы специально планировали сюда прийти, да? Да. Ясно. Ну, всего доброго вам и вашим детям. Спасибо. Так. Голова колонны перешла уже на станцию метро Красный проспект к перекрестку с улицы Гоголя. И я тоже туда поспешу. До хвоста колонны не дойду. Колонна заметно растянулась.
власть! Мы здесь 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 власть! Полиция все-таки присутствует, обеспечивает порядок. По крайней мере, сопровождают. Осторожно. Машина с какой-то желтой мигалкой. По полосе для общественного транспорта. А вот и общественный транспорт. Так и задеть могут. Алексей! Привет! А какое у тебя впечатление? Давно что-нибудь такое можно припомнить за последний год в Новосибирске? Ну, с 11-го года не было. С 12-го ничего подобного не было. Как ты оцениваешь, сколько здесь людей? На выходе, по-моему, было около 3000. Оно от 2 до 3. От 2 до 3 тысяч? Да. Так, мало кто не узнал, это Алексей Мазур, Тайга. Привет. Тимурханов сам по себе. Тимурханов. Наши жилетки. Да, в нашей этой, скажем, прессовой жилетке, да. Полюбуйтесь. Ханов в жилетке, он теперь как бы пресса. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Ну вот. Видите, похвалюсь. У меня теперь такой бронежилет. Придется немножко нарушить. Иначе я не могу пройти вперед. Свободу политзаключенным! Осторожно, осторожно, пропустите, пожалуйста. Путин нас грабит! 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 Путин нам не царь! Путин нам не... Против Путина! Новосибирск против Путина! Новосибирск против Путина! Против Путина!
Слышал, как полицейская рация прозвучала: «Работаем». Интересно, что это на их языке означает. Да-да, извини, у меня просьба. Вот. Если же у меня что-то со связью или что-то с облом... О! Так. А вот и ОМОН. А вот и ОМОН. ОМОН перекрыл улицу. ОМОН перекрыл движение. Полицейские начальники, наверное, сейчас будут что-то требовать. Перекрыта вся улица Мичурина. Проход на улицу. Полиция, мы здесь! Полиция, мы здесь, власть! 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 Улица перекрыта плотно, не пропускают. Мы здесь власть! 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 Все, пожалуйста! Разрешите мне власть! Так, я попал немножко в замес. Yes!
Вы дают народ. Вы с кем? Вы с народом, вы с народом. Дайте Богу ваше питание. Парни, как настроение? Нормально, работа. Одного утащили. Фашисты! 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 Распылил газ. Да нет такого газа. Нету газа? Нет. Кого? Давно такого не было, да, в Новосибирске? Хороший кадр. Мы не враги! Это мирный протест!
мирный. Мы никого не применяем. Это наш город! 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 Мы такие! Это наш город! Это наш город! Продолжает собой. И сердцу тревожно в груди. Или.
Почему вы сутки хотите сегодня пробить голову? Кому хотите пробить? Женщина! Или убить? Кому? Мне! Отцу! Мужу! Или детям! Студентам! Или пенсионерам! Установить! Пенсия 45! Пенсия 45! Пенсия 45! Давай, пенсионный грабеж! 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 Долой пенсионный грабеж! Долой пенсионный грабеж! Долой пенсионный грабеж! Долой пенсионный грабеж! Мы здесь! Мы! Здесь толпе могут быть ваши родственники! Кого вы защищаете? 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 Совесть, проснись! Совесть, проснись! Совесть, проснись! Совесть, проснись! Совесть, проснись! Где ваша совесть? 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 С народом! Полиция с народом! Полиция с народом! Где ваше сердце? 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 13 лет вот тебе. Ваше сердце. Это Новосибирск. Это Новосибирск. Здесь мирный протест против пенсионной реформы переродился в несанкционированное шествие в сторону центрального РУВД. На пути шествия, в составе которого много сотен людей, может быть даже больше 1-2 тысяч, здесь встал ОМОН или, в общем, спецподразделение в униформе. В ход были обучены дубинки, несколько человек задержали. Сейчас демонстранты и силы полиции стоят друг против друга в районе центрального рынка в Новосибирске. А зачем? Что делать? Полиция! Блокада Ленинграда! Сейчас я еще сделаю пару фото. А здесь машина пытается уйти, потому что перекрыта вся улица Мичурина. Так что в суд, так что мы разворачиваемся, продолжим гулять и где-нибудь закончим наше шествие. Хорошо. Красный факел. Куда увезли? Убегай, красный факел. По цепочке. Давайте, ребят, хорошего дня. Счастья, здравия, семейного благополучия. Чтобы дом зайти, как парень. Спасибо, ребята! Спасибо! 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 Скажите им спасибо! 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 Не надо оскорблять, люди на службе. Стыдно будет потом, стыдно, но позже. Никогда полиция. Постоим, постоим. А Путин заплатил. Я не понял. Шествие развернулось и пошло в другую сторону. Проход к отделению полиции центрального района был заблокирован силами ОМОНа, и шествие
не преодолела этот заслон. Несколько человек было задержано. Вот тут кто-то право нарушает, пытается ездить по тротуару. Машина, вообще где колокольчик-то? Едешь ты тут, блядь, тоже подпустила? Не поедем на тротуар. Пусти. Человек номер 15470, К-154-ВО-70, нарушает правила движения, ездит по тротуару. Ну, да ладно. Вот это тротуар, вы куда едете? Извините. Так, а мы пойдем за шествием. Полицейский здесь продолжает свою работу. Давно такого не было, правда? Как всегда, держат покер-фейс, молодцы. Спасибо, извините. Так, я снимаю с рук, потому что у меня разрядился телефон, надо зарядиться шнурочком. Чувство юмора хватило протестантам, протестующим. Они отправились в противоположную сторону пешком. Ух ты, какой у тебя бронежилет. Что там, оборудование? Ну понятно. Так, если у меня не хватит батарейки, ну что ж, значит не судьба. Осторожно. Так, а что-то народу стало значительно меньше. Да, после того, как появился полицейский заслон, количество участвующих в протесте заметно сократилось. Вместе мы сила! 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 Что, Таня, как тебя? Ну ты даешь! Ну ты, Таня, молодец! Ну ты человек, я потрясен! Дела тут такие! Они вообще что-то... Мы прогулялись, но Бойко не нашли. Они начали бить дубинки. Вы пошли прогуляться в сторону Бойко? А его увезли уже. Его в суд увезли на Горького 57. Может, вы туда идете, на Горького? Да нет, далеко. Не так уж далеко. Как уж далеко? Ну, Горького 57, это возле... Километра два здесь пройти надо. Центральный суд. Я подозреваю, что там тоже будет... Заслон? Космонавт. Ну да, потому что это государственное учреждение, суд. Тимур, да. Но мы заслон жалко. Он погиб примерно в начале шествия. Да, спасибо. Ой, да, там кто-нибудь бешел мне впереди. Не хватает на затылке глаз. Мы потеряем в итоге. Так, хорошо, сейчас. Так, я у организатора спрошу, какое впечатление? Вы добились чего хотели? Мы выразили свою позицию по поводу пенсионной реформы, по поводу недовольства нашим президентом и правительством. Я считаю, что акция в Новосибирске удалась. К сожалению, мы мирная акция, поэтому мы ничего не можем противопоставить ОМОНу, который, и Росгвардии, которые, наверное, знают, что у них воруют еду, но это, наверное, не так важно для них. Но они выполняют приказ, они на службе. Но в целом, что мы мирные акции, мы не можем ничего сделать против них, но мы выразили свою позицию, и в целом я довольна акцией. То есть вы цели свои достигли? Да. Понятно, спасибо. Назовите себя еще раз, пожалуйста. Жукова Дарья, организатор акции против пенсионной реформы. От штаба Навального. От штаба Навального. Понятно, спасибо. Я рад, что обошлось почти без жертв. Несколько человек задержали. Да, газ пустили, я закашлялась и задавили немножко, и ноги оттоптали. А кто пускал газ? Кто-то пустил, потому что я раскашлялась. Со стороны ОМОНа, вы думаете, да? Провокаторов не было в числе? Какой-то мальчик кричал с нашей стороны, но я не разобрала, что он кричал. Но провокации не было, вроде. Мы все мирные люди. Вы делали оценку, сколько людей пришло на акцию? Ой, не знаю, мы растянулись так далеко, что непонятно вообще сколько. Я думаю, что будет фотографии сверху, и сверху можно будет оценить и посчитать после акции. Но в целом пришло очень много людей, больше, чем я рассчитывала. Понятно. Сергей Бойко сейчас, по вашей информации, где? В суде? В суде. А, Бойко 57, он находится в суде. И что там? Что его посадят на 30 суток. За езду в пьяном виде садят на 15, а за митинги на 30. Несмотря на то, что он не является организатором митинга, а являюсь организатором я. Но его ясно. А известно, какой судья и что там? Нет, к сожалению, мне неизвестно. Ну хорошо, тогда я, наверное, отправлюсь. Если ваша акция закончена, я отправлюсь к суду. Хорошо.
удачи вам. Здравствуйте, вы специально пришли на эту акцию? Так точно. Как впечатление? Нормальное, разогнать этих, как ее, демократов. Разогнать демократов? Конечно. Правильно. Вы специально пришли на эту акцию? Да. Какое ваше впечатление? Власти очень нехорошо сделали. Что именно? Что выставили эскадру из ОМОНа. То есть должны были пропустить? Да, это мирная акция. Но она же шла не по запланированному... Как ты сам считаешь? Надо было? Я никак не считаю, я только показываю. Ага. Но ведь это было движение не по незапланированному, по несогласованному маршруту. Я согласен, но как бы то ни было, акция мирная, не должны были задерживать, да. И тем более применять силу. Понял ваше мнение. Митинг не запретили. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы участвовали в акции? Да. Какое у вас впечатление? Ну, печально. Почему? От власти, от нашей. Почему? Боится народ. Боится мирных митингов, мирных высказываний, правды. Страна всеобщего вранья. А в целом общее впечатление от акции? В целом нормальные, хорошие, добрые лица у всех. Всех плохого никто не хочет. Все добрые хотят, правды хотят. Понял вас, спасибо. Могу узнать, какое у вас впечатление от этого акции? Или вы на службе? Извините. Привет. Привет. Ты участник акции? А, ну да. Какое впечатление? Ну, во-первых, впервые так массово в Новосибирске. Во-вторых, впервые используют на массовой акции ОМОН. Я помню только, как в 2015 году выгоняли из заксобрания людей во время сдачи подписи, а такого я вообще не помню. Вот. В целом, при этом ОМОН достаточно корректно себя вел, но в том смысле, что да, они стояли, да, они не пускали, но, понятное дело, у них приказ. С другой стороны, нападений со стороны ОМОНа особо не было, ну, не как в Москве. Они просто держали линию обороны, в этом плане молодцы. Другое дело, что лучше бы их вообще не было. Вот. Ясно, спасибо. А я вот газом получил. От кого? Ты видел, кто пускал газ? Я не видел, я стоял в авангарде перед ОМОНом, и просто газ, и все, и мы все назад побежали. А, так. Вот не к этому мы были все не подготовлены. Ну, зато и столкновение прервалось, возникла пауза. Может, это даже... Да. Это, может, неприятное, но решение... В общем, я думаю, сотрудники полиции сильно испугались сегодня. Понятно. Ну, вот и вся... Ну, вот и вся акция. Уже осталось... Наверное, около 100 человек, ядро организаторов и участников. Сегодня я сделаю резюме. Да, что вы хотите сказать? Я сказала, не пойду на выборы. Я вам сказала, что пойду. Нет, я передумала. Вы передумали идти на выборы? Отлично. Не, ой, как в смысле? Отличное завершение для моего сюжета. Итак, резюме. Что сегодня было? Сегодня, 9 сентября, в день выборов губернатора Новосибирской области и одновременно в день акции сторонников Алексея Навального по всей стране против пенсионной реформы. На этот день сторонники Навального заявили митинг и шествие. Органы власти, мэрия возражала, то есть не согласовала и запретила фактически митинг и шествие. Митинг в Первомайском сквере и шествие к красному факелу по улице Ленина. Сторонники Навального, организаторы этой массовой акции сослались на 31 статью Конституции, 54 федеральный закон и сказали, что это неправильно, нет права запрещать акцию, можно только перенести. Поэтому заявили, что в соответствии с постановлением Верховного суда акция... Сейчас я проверю, мне показывает. Меня там хоть видно, а то у меня уже разрядилось все. А то бывает говорю, а картинки нету, уже кончилось. Итак, они полагали, что в соответствии с постановлением Верховного суда, если акция не перенесена, нет предложений по переносу, значит акция согласована. И сегодня в Первомайском сквере, я показывал, вы видели, был организован день боксера, там проходили какие-то соревнования, и к 14 часам собрались сторонники Навального, числом сначала было несколько сотен, ожидали Сергея Бойко, который несколько дней скрывался, вы можете найти в моих сюжетах, как за ним шла охота. Ждали Сергея Бойко, он координатор штаба Навального в Новосибирске. Сергей подошел на площадь, но до митингующих, похоже, не дошел. Они включили на ходу трансляцию, и тут же его полицейские задержали. Но участники акции недолго пытались проорганизовать митинг на Первомайском сквере. Они вскоре пошли. Они вскоре после шествия в сторону
театра «Красный факел» по улице Ленина. Дошли до кинотеатра «Победа», ну, наверное, метров 500 они прошли, или даже меньше. И когда получив информацию о том, что Сергей Бойко находится в центральном РОВД, шествие развернулось на 180 градусов по улице Ленина, через площадь Ленина, по Красному проспекту. И вот здесь по улице, кажется, это улица Крылова, да? По улице Крылова направились в сторону центрального РОВД, что находится возле центрального рынка в Новосибирске, на улице Мичурина. На подходе к РОВД шествие, в котором участвовало несколько сотен человек, по некоторым оценкам, может быть, даже до 2000. При подходе к РОВД шествие довольно уже было заметное, но на перекрестке, вы увидите в этой трансляции, если отмотаете назад, на перекрестке был выставлен заслон из ОМОН или еще что-то, или Росгвардии, там не очень было понятно по знакам различия, может быть, потом посмотреть, экипированные касками, дубинками, спецсредствами бойцы остановили шествие, возникло столкновение, невзирая на мою вот эту замечательную жилетку, которую уже теперь можно снять. Я попал немножко в замес, но, слава богу, выкрутился. Затем возникло противостояние, столкновение даже. Несколько человек были задержаны. 4-5 человек были задержаны. Кому-то досталось дубинкой. Затем был распылен газ в небольшом количестве. И толкающиеся демонстранты отошли на пару метров от линии ОМОН. Затем в течение, наверное, около 15 минут происходило противостояние со скандированием различных лозунгов. Представители власти, то есть полиции, силу не применяли, а просто держали оборону. Затем протестующие развернулись и рассеялись фактически. Таким образом, акция закончилась. Главными лозунгами на шествии было почему-то «Путин вор», это я цитирую, а в осени пенсионная реформа, хотя ее тоже не забывали. Пожалуйста, смотрите, вернее, напишите мне, что вам понравилось, что не понравилось в виде при трансляции, я имею в виду чисто технически. Ваши советы мне будут очень полезны. Если что-то будет еще интересное в Новосибирске, я вам покажу. Тимур Ханов, выборный, протестующий, успокоившийся, после дождя солнечный, посмотрите, какой замечательный Новосибирск.